О, великий день, 7 ноября. Что у нас у Леси? А у Леси вот так у нас, господа, товарищи. Вот, кстати, рядочки повыползали, серенькие мышата. Некоторые их считают под зеленками, но я их как бы не считаю под зеленками. Хотя они похожи очень мышата, ребята. Вот такие вот. В лесу тепло. Сейчас могут и какие-нибудь боровики еще повылазить. Хотя это не точно. Вот такое чудесное тут у нас. Пакетов, как всегда, набросали, никак не нажрутся чипсами этими. Я так бурчу. О! Красота! Гуляем, как по скверу. А вообще, вот так, ощущение было такое неприятное, какое-то серое. А в лесу он какой класс. И птички поют. О, вот такой лес нас встретил, без листьев. Интересный такой лес, с лешими всякими, птицами. Вот тут фильмы Рома снимать было бы хорошо. Да, вот лешего посадить поверх с этим, как он называется, который свистел. Был такой деятель. Это интересно. Соловей-разбойник, во. Ну, вот так вот как-то. Общая картина для вас понятна? Деется. Это вот после этого ветра, наверное, да? Смотри, что буревом. Вот так вот по лесу ветер лучше не ходить, кстати. Тикать. Да? Я думаю, что да. Опа. А это все падает вот оттуда, сучья всякие. Бабамс. И все. И поел грибочков, называется. Ням-ням-ням. Вот так вот. Такая вот тут веселая трешатина. Зато видно все далеко. Вот поэтому в лес лучше ходить в такой курточке яркой, как у меня. А не в этом зеленом прикиде, чтобы тебя не до весны не нашел никто. Да? Вот она. Да, в один прекрасный день. И мы с тобой как два дурня стоим под ней почти. Ну да, мы-то не. Ну она, да, держится только вот на этих сучьях подозрительных. Так, проскакиваю под ней. Вот судьба. Да? Вот так вот. Аттракцион. И тут он наваляло. Наваляло. Ти-ди-ди-дим. А вот. Видишь, как она вообще держится вон на том. Плеть это видишь? Вот еще может вот такая вот стоять. Не, она будет стоять, пока те стоят, но никто ж не знает, кого она поджидает вообще. Или вот тоже вывернула с корнем. Тин. Мышеловка такая.
Ай-яй-яй. Да, тут надо смотреть вверх внимательно. Вот такая тут красотища. Ну вот как-то вот так. Ох-ох-ох. Все озеро открылось. Мрачновато так. Ну, короче говоря, грибов толковых мы не нашли. Но воздухом подышали знатно. Обошли такой участок. Тин-тирин. Летом тут вообще было чаще такая. А сейчас на просвет так вроде не очень-то и густой лес. Вот такая вот. 7 ноября такое. У нас. Вот и дорога. О, дятел. Ищи сухое дерево, увидишь и дятла-то. А вон палка. Вон палка торчит. Вон на ней где-то. Вон, точно. Вон, видишь, как долбил. Вон там вот его. Короче, вот там. Сторожил. Так вот. Не кухай, что там? Враги сожгли рабы. Ай-яй-яй. Скажи, вот так вот. Охраняем мы машину. Молодец, молодец. Ай, ты молодец, молодец. Что ты сторожевая собака практически. Да? Не кухай. Сторож.